это слишком... Ну, зачем я это сделал? Все равно тут уперлись. Тихоход. Не было необходимости это делать. Смысла нет отгонять. За мной хвост выстроился. Вчера был, по-моему, часов 11, но это многовато. Восемь-десять часов самое нормальное. Сейчас прочитаем, что за река. Река Сясь, ё-моё. Пока. Ну что, довольно-таки широкая. Костры горят. Рыбаки, видать, вчера приехали. Сясь.
двигаться в колонне со скоростью потока. С левой стороны я вижу неплохое место для ночевки, для привала. Огромные стоянки, асфальтированные, охрана. Ну и много туристов вижу, там стоят. Тоже место для привала. Ну, если бы не вести видеозапись, то можно было бы даже сюда приехать на привал, на ночевку. Хватило бы светового участка, светового дня, светового времени.
вернее, он за мной пристроился, шел на обгон, и встречка ему фарами. Опасный обгон. Встал за мной. Самый экономичный режим движения. Поскольку я стартовал в 7, время не записал. С момента старта пройдено 111 километров. Три часа, что ли, в движении? Да не может быть такого.
расход пока 6,3. Средняя скорость с момента старта. Ну, это с учетом того, что заезжал на заправку, останавливался, 39 километров в час. Запас хода показывает 780 километров. Средний расход с учетом того, что двигатель работал на стоянке, средний расход 6,3. Вчера был средний расход 5,6, по-моему, до того, как встал на парковку. Интересно, спидометр показывает 92 километра, а на Яндекс.Навигаторе 87-90. Кому верить? На видеорегистраторе 88-89. Торможение. Что-то было. И кто-то обгон не успел завершить. Фура вынуждена была тормозить. Но видны были следы и на встречной полосе.
завод.
скорость потихоньку растет сегодняшняя. 42 километра в час.
сейчас солнышко опять. Глаза. И уже. Река Паша, одноименное название с населенным пунктом. Заправка 95-48-20. Паша или Паша, не знаю, как правильно. Сейчас включил заднюю камеру. Не знаю, как будет снимать через пленку тонированную. Поехал топливный бак. Он, наверное, развозит топливо по заправкам.
тянет желание втопить педаль газа. Себя сдерживаю. Ночевал в машине, заднее сиденье складывается, и как раз по длине роста, по росту спальный мешок, тряпок понабросал. Ну, ночь прошла нормально, спокойно, вырубился моментально, снова имеется в виду. Ночью кашель, наверное, от того, что влажность повысилась в салоне автомобиля. Желание втопить педаль – это вот расстояние, свободное движение, никого нет на трассе, имеется в виду участки. Ну, приходится вот, ну не приходится, а поставил круиз-контролем, сколько там, 87 километров. На видеорегистраторе показывает 83. Вот возьмем за ориентир топливный не бак, а топливозаправщик. Вот он обогнал, далеко ушел. Ну, в итоге его почти догнал. Поэтому смысл. Смысла гнать я не вижу. Смысла гнать. Река Оять. Довольно-таки широкая. Думаю, рыбацкое место. Ахнакова Кара. Сколько проехали от Санкт-Петербурга? 150 километров. Ничего плохого.
про дорогу сказать не могу. Да, было бы гораздо лучше, если было бы две полосы в каждую сторону. Красивая трасса, не правда ли? Запас хода показывает 790 километров. Расход 5,9. Средняя скорость за сегодня 45 километров в час. Ну, с учетом стоянки. За мной метрах 50 двигается фура. Я ни за кого не цепляюсь. Вообще было бы самый оптимальный вариант уцепиться за фуру и ехать на расстоянии метров 50-70. Близко прижиматься нельзя, отлетают камни, лобовое стекло. Метров 50-70 нормально было бы. Ну вот топливозаправщик опять ушел в точку. С места ночевки пройдено 156 километров.
За мной фура тоже, по всей вероятности, едет в режиме круиз-контроля. Скорость у него стабильная. Thank you.
цели снять полное видео, качественное. Без фанатизма проехать. Рекорды ставить не собираюсь. Просто снять видео хорошее, чтобы можно было приятно смотреть. На большой скорости вибрация, картинка. Картинка дрожит. Хоть и есть режим антивибрации, но все равно считаю, что на такой скорости 80-90 самый оптимальный режим, во-первых. Во-вторых, никакой тряски, никаких колебаний. Включаю заднюю камеру. Отключил. Интересно посмотреть, как она снимает через пленку.